сидит, блин. Ну как? Нет, нет, еще нет. Опа, вылез, блин. Ну здравствуйте, да? Он под землей передвигается, получается, не на поверхности. У тебя есть вопросы. Изначальные зерги считают Рой оскверненным. Что с нами сделал Амун, падший Зелнага? Он хотел получить нашу способность поглощать эссенцию. Но мы были независимыми. Не повиновались ему. Поэтому он подчинил зергов единой воле. А, сверхразум. Потеряли индивидуальность. Стали рабами. Значит, скверна — это общий разум. Да. Для изначальных зергов такая судьба подобна смерти. Хм, нормально. Мы сильно изменились с тех пор, как покинули нашу родную планету, если это действительно она. Ну, у вас родная планета — это чар. Моя королева, зачем мы разбудили древнего? Его сила превосходит даже твою. Ни хрена себе. Древний — это ключ к силе Зеруса. Ну, я думал, он просто сдавал и зарк. Нужна эта сила. Но он может убить нас. Это называется идти на риск. То, что делают тираны, когда чувствуют, что наступил подходящий момент. Понятно. Так же, как тиран по имени Джеймс Рейнер... Не напоминай об этом. ...летел на чар, чтобы вернуть тебе прежний облик. Да. Именно. Но когда идешь на риск, Иша, то порой проигрываешь. Ха. А Левиафан не может, что ли, этого загонять? Они, по-моему, по размерам одинаковые. О! Чё новенького? Дополнительно отскакивают. Не, регенерацию надо сделать. Хотя я их особо-то и не использую, если честно. Тоже. Изначальные зерги не допустим. Это крыша, походу, дело едет. О чем ты говоришь? Ты видела изначальных зергов дальнего боя, выведены из гидролиска. Может, наоборот? Изначальные зерги крадут гены Роя. Рой на планете часы и дни. А. Его уже копируют. Абатур, ты расстроен? Недопустимо. Сила Роя — способность заимствовать все лучшее. Изначальные зерги не должны... Нормально. ...нашу силу. Не волнуйся на этот счет. Скоро они будут на нашей стороне. Он психует, потому что все то, что он сделал, они у него забирают. Че у нас там по задам? Отправляйся на место рождения зергов. Там ты пройдешь испытание. Уже 10 уровней, ребят. Тебя может разорвать на части, но если ярость делает тебя достаточно сильной, сила Зеруса будет твоей. Ну, поехали. Нужна мне, чтобы убить Менгска. Скажи, что я должна сделать. Сила, которую ты ищешь, гораздо древнее меня. Она не дается просто так. Чем ты готова пожертвовать ради своей мести? Древнее древнего, нормально. Опа. Всем. Ты ведь чувствуешь силу. Она взывает к тебе. Ты от рождения? Изначальные зерги узнали о твоем прибытии. Заколебали они уже. Они движутся к тебе. Абатур, пришли мне то новое существо, над которым ты работаешь. Роевика. Хм.
Бам-бам, десантку. Выведен с использованием изначальной... сам воруешь, блин. Сам воруешь. И еще психует. Изначальные зерги нападают. Чтобы атаковать, Рейвик должен окопаться. Я слушаю тебя. Да у нас покончим есть с этим. Гибленький. Вот и они. Я сокрушу любые преграды. Бам, 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 бам. И все. Это мой мир. Выкладывай. Это ерики. Войска изначальных зергов уничтожены. Это, путь, ребята, свободен. Пошли. Я иду. Эффективная боевая защитная единица. Даже слишком. Ты уже близко. Приближается момент истины. Скоро мы узнаем, достаточно ли сильна твоя ненависть. Хм. Это омут. Изначальный омут рождения. Он существует с незапамятных времен. И именно здесь впервые возникли зерги. Первый глист. И он сожрал уже своего соплеменника. И так появились зерги, да? Внутри него единая эссенция разделилась на несколько. Одна поглотила другую и стала сильнее. Стала первым зергом. Ты получишь силу, но потеряешь себя. Эволюционируй, обрети новую форму. Выйди за грани. Рекомендация: избегать омута. Каталитическая жидкость погубит тело королевы. Оно недостаточно сильное. Зато ненависть королевы достаточно сильна. И если я выживу, то стану намного сильнее, чем прежняя королева клинков. Загара, защищай Ули и Хризалиду, пока я не закончу или не погибну. Да, королева. Конечно, она предпочла, чтобы ты сдохла, но ладно. Опа. Надеюсь, сейчас минералов здесь хватит. Одна база всего, да? Нехорошо. Опа. А нет, две. Две базы можно построить. Но вторую базу защищать сложнее будет. Сажай. Нам нужно больше роевиков. Их можно создать из личинок в инкубаторе. Так. Угу. Бля, в этом дольше передвигается. Повестки три вопроса. Так. Королевы у нас нету. Поблизости собираются остатки войск Бракка. Они готовятся к атаке на Улей. Нам нужны рывики, справики и плеточники у этого входа. Рывики, справедочники и так далее. Все нужны нам. Довольно дохрена, кстати. Так, будем грамотно располагать свои войска. Должно хватить, да? Хотя нет, посадим еще одного. Тариски. Кажется, четверых вполне хватает. Да, четверых хватает. Невыполнимая команда.
Сейчас надзиратели понадобятся уже. О. Странное существо. Уже не красный, смотрите, не враждебный. Давай-ка штуки 4 сюда рабочих отправим. И построим сейчас здесь. Я бы, конечно, не рвало до конца, не таскали, но ладно. Что такое будет на улице? Слышите, наверное, да? Я чувствую, как с другой стороны водоема собирается еще одна стая изначальных зерков. Слушайте меня, ваши зерги! Вы убили брата, но его стая выжила! Что это за хер такой? Я убираю его территорию своей, как и его эссенцию. Ладно, мне-то что? Где хер мы тебя убьем со временем? А, не знаю. О! За другом ребята сейчас будут воевать, смотри-ка. Хорошо. Просто отличная новость. Убивайте друга, я. Стаи изначальных зергов вступили в бой друг с другом. Пусть они перебьют друг друга. Мы должны защищать Хризалиду. Нам бы, конечно, больше этих бы, блин. Сколько здесь, 20 минут, да? Взываю к вам, ваши зерги! Ваша предводительница спит и уже не проснется! Моя стая будет убиваться вашей эссенцией! Бегут уже, смотри-ка. Дай-ка мне. Стая Ягдры собирается атаковать наш улей! Покажем изначальным зергам всю мощь роя! У меня есть такой бзик небольшой на эти. На... как называется, блин? На слизь, чтобы полностью все было забито. Пусть лучше будет забито, как говорится. Что там происходит? Ха, до хрена побежала. Как бы оборону не порвали. А ведь могут. Нет, не могут. Обратно. Нужно больше роевиков. И нужна хорошая защита воздуха. Невыполнимая команда. Эй, ну ребята, ну блять, вы не позвольтесь так, а? Начинается, бля. Мать стаи Загара. Важное наблюдение. Изначальная эссенция концентрируется в омуте. Можно использовать, создавать стаи саранчидов, защищать улей от атак. Изначальные никак не успокоятся. Породить саранчидов, убить их всех! О! О, ребята, смотри-ка. Эссенция накапливается быстро. Можно использовать чаще. Я запомню это. Потому что как раз они сейчас прорываться начали. Так, королева. Королев приходится, походу, сделать пару штук. Сел, да? Сел.
Здесь развлекаются до сих пор. Нам, чтобы не напали на эту улей, что не важно. Королевы, мне нужно выйти в путь. Ягдра послала в атаку на Хризалиду стаю летающих зеркал. Блин. Кого сейчас убьют. Наши союзники вступили в бой. Нашим союзникам вам насрать. Что будет вступать, что не вступай. Мы можем сработать. Улучшение завершено. Может по-другому что-то сделать, а? А, ты все уже встал здесь? Мне нужно щит, чтобы вылазить. Я чувствую присутствие огромного изначального зерга. Тиранозор, дикий, неимоверная физическая сила. Полезная эссенция. Нужно получить. Это непросто. Нам придется пройти через зону конфликта между стаями Бракка и Ягдры. Это не есть хорошо, кстати. Вообще не есть хорошо. Убить Тиранозора — дополнительная задача. Не хватает надзирателей. Бегут, подруги. Уже с двух сторон. Обе стаи идут на нас. Приготовьтесь отражать сразу две атаки. Так. Ах ты сука, а? Наши войска будут атакованы. Вот вы гандоны, а? Деваться некуда, придется создавать. Нет, стопы коп убежали. Так, здесь пока отразили. Превращение нашей королевы наполовину завершено. Держите оборону. Я бы и с радостью, но мне надо что-то делать с рабочими. Чуть-чуть бы побыстрее делали, спасибо. Цены вам не было. Так, воздуха у меня пока нету, да? Один, иди добудь. В смысле, откуда? А, воздух прилетел. Так. Сколько посекаем? Здесь сядька. Не понимает по-хорошему, будем по-плохому с ним разговаривать, значит. У нас есть заразители. Откуда у нас заразители? У нас не было заразителей. Ах ты сука, а?
Блять, а? Умники, смотри, какие, а? Делаем мотористку. Тоже садись здесь. Так, здесь оборона держится, здесь держится. Все отлично. Атакует улей. Ай, нахрен он мне нужен. Нужно тиранозора убить, пока есть возможность. Так, а это наверное, да, рейвикины. Ах, вы гниды, вот вы гниды, я не, блять, а? Новую дырку нашли, блять, получается. Изначальные зерги разрушают завал рядом с хризалидой. Так, сука, и знал, что вы туда полезете со временем, а? Так, давайте-ка в обход. Улучшение завершено. К изначальным зергам постоянно прибывает подкрепление. Мы должны попытаться обойти их. Отступите, отступите. И хильтесь. Давайте. Обратно на базу быстро. Ген тиранозора получен. Продолжу исследование эссенции изначальных зергов. Хризалида открывается. Наша королева вот-вот пробудется. Надзирателей. Там держится. Ну, здесь у нас больше всех проблемы. Воздух готов. Как назовем звено небесных когтей готово. Если что, придет, поможет. Не хватает надзирателей. Звено небесных когтей летит. Если что, оно поможет. Отлетели и хилиться сейчас будет. О! Это понимаю. Разговор. По-моему, даже есть достижение, типа пойти
уровень на таком-то уровне сложности, и ни разу, по-моему, не используется ранчидов. Или использует всего один раз, что-то типа такого. Воздух. О, уже силуэт появляется, смотри. Здесь убили всякий сезон. Ладно, так и будет, летите. Ну, 10 тысяч уже у нас. Ой, 100 тысяч уже. А, где-то 10-10. Туплю. Наши союзники вступили. Моя стая сильна! Мы поглощаем! Мы добываем эссенцию! Мне не нравится, что он это заговорил. Ваши зерги еще живы! Добудьте их эссенцию! Убейте их! Блять, они не... Ягдра собирает войска! Они приближаются к нашему улью! Они сейчас не пойдут, блин, ко мне в гости. Судя по всему, пойдут. Нужны рабочие. Срочно. А вы можете здесь построить? Нет, не могут. Стройте новый рубеж обороны. Ой, ягдры со всех сторон, пожалуйста, смотрите-ка. Блять, это нехорошо. Совсем... Стрекозы! Стрекозы поехали. Не есть хорошо. Там не требуется, здесь не требуется. Авианалет, вперед! Помогайте нашим. Пусть на базу. Давай. Наши войска атакованы. Наши союзники. Опа, шухер, ребята. Королева! Королеву убили, блядь. Была ветераном, кстати, разрушителем. Защищайте Хризалиду! Рой победит! Еее! Конечно, победит, куда мы денемся? Куда мы денемся, бля? Только, по-моему, у стрекозы атакующих способностей нету, но, по-моему, только плеваться, что там. Так активные способности вроде не высоко, я помню. Опа. Нас сейчас вот здесь сметут. Звено небесный коготь вперед. Давайте. Несем потери, звено небесный коготь. На помощь вниз. Может встретиться с моей... А, все, мы выиграли. О, слава. Опа, катсцена. Опа. Ой, наша королева вернулась. Истинная королева Роя. Нихера себе у нее сил появилось. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я понимаю, псионик. Менкс. Этот писец ждет тебя скоро, поверь мне.
Урон полученных Хризалидой 0.